Любой маломальский грамотный комментатор, не тот, который деятель, непонятно с какой физиономией, но с хорошим кавказским акцентом по фамилии Скрипко, вот он там дает такие комментарии непонятные, видно, что человек далекий от бокса. Вот видно, Гельдин был такой комментатор мощнейший. Конечно, когда он заговорит, чудо его слышать. Вот сейчас Пирога мне очень интересно. Видно, что человек понимает бокс, разбирается в боксе, когда Пирог комментирует, допустим. Конечно, видно, что грамотный комментарий идет, видно, что боксер, человек, который занимался боксом, понимает бокс, разбирается в боксе. Вот. Видно, что комментарий профессиональный. Вот. А комментаторы, которые еще дают оценки же, они дают оценки, они выступают в роли абсолюта, типа он понимает бокс, он оценивает работу тренеров, чемпионов и дают комментарии. Гендли не давал особо комментарии, оценки, он дает, просто комментирует сам бой, как он его видит. А здесь дают оценки еще, характеристики дают, оценивают работу тренера, боксера, но это же для этого надо иметь полномочия, иметь какой-то опыт реальный. Борис Скрипко, ни боксер, ни тренер, нашел себе местечко и дает и дискредитирует наш российский бокс. Вот, конечно, такие как новые комментаторы, как Пирог, конечно, его, он чувствуется, понимает, о чем говорит, предметом владеет. Вот.